Полтонны вяленой рыбы не доехало в псевдореспублику. Налоговики спецподразделения «Фантом» задержали жителя трех избинки. Он пытался переправить контрабандный товар на неподконтрольную территорию через реку Северский Донец. Рыбу изъяли, мужчине грозит штраф 1700 гривен. Незаконным бизнесом, по словам фискалов, нарушители занимаются не впервые. Возле села Трехизбинка задержан автомобиль, в котором перевозилась вяленая рыба местным жителям для дальнейшего переправления на неподконтрольную территорию город Славяносерд. В ходе осмотра автомобиля выявлено порядка 500 килограмм рыбы на общую сумму около 40 тысяч гривен.